10-летний Николай Полканов, сколько себя помнит, занимается футболом. В этом году с одноклассниками и ребятами из параллели собрал футбольную команду, чтобы принять участие в турнире дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В сборной команде 148-й школы Николай играет на позиции нападающего. Я уже занимаюсь давно футболом. Вот. Побывал в очень разных командах. Сегодня приехал с отличным настроением. В Ленинском районе Самары на турнир в младшей возрастной категории заявились команды из 5 школ. Помимо 148-й, еще 132-я, 25-я, 81-я, 70-я. Павел Пузырев уже 8 лет подряд судит матчи на районном этапе. Рассказывает, каждый раз на поле разыгрывается нешуточная борьба. Замечательно, что есть такие соревнования. Летом ребята не все задействованы, не все тренируются, а эти соревнования для всех абсолютно. Каждый ребенок может принять участие, он получит массу положительных эмоций. Обязательно есть награждение, кубки, это положительные эмоции. И спорт это всегда замечательно для оздоровления, для командного духа. Любительский турнир «Лето с футбольным мячом» проходит в Самарской области с 2009 года. За это время число его участников выросло. Многие выходят на поле ежегодно. Большинство уже второй, третий, четвертый год подряд играют в футбол. Это здорово. Это преследует самую главную цель, которую поставил наш президент, вовлеченность 70% населения в регулярные занятия спортом. Если у нас будут здоровые дети, здоровая молодежь, то и все население России будет крепким и здоровым. Отборочные матчи завершены. Победители районных этапов встретятся на городских соревнованиях. Праздник детского футбола завершится в августе игрой на областном этапе турнира. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.